Итак, друзья, приветствую вас в офисе Top People в городе Львов. У меня для вас замечательная и хорошая новость, потому что мы нашли вакансию для семейных пар. В последнее время вы не представляете, какую популярность пользуются именно вакансии для семейных пар. Если раньше ездили люди по отдельности, там мужчины ездили, женщины, то сейчас действительно многие рассматривают Чехию как место для долгосрочного пребывания. И естественно, семья должна быть вместе, и многие рассматривают именно вакансии для семейных пар. В одном городе, на одном заводе. Вместе сила, вместе проще, легче и не так страшно. Ребята, в этом видео я хочу сказать, что мы открываем набор для семейных пар. Теперь о вакансии. В предыдущих видео я уже говорил об этом заводе. Часто в комментариях спрашивали, а почему только для женщин, а почему нельзя для семейных пар. Действительно, работодатель был твердо направлен на работу только для женщин, потому что для мужчин, не для всех мужчин эта работа подходит. В этом видео я хочу конкретно показать, в чем сложности и почему, по мнению работодателя, эта работа не подходит для мужчин. Я полностью все покажу, опишу, а вы принимаете решение. Но обратно же скажу, эта вакансия доступна для семейных пар. Пользуйтесь моментом, подавайте заявку, и потом не говорите, что я не объявлял о наборе семейных пар. Эти вакансии разбирают как горячие пирожки. Так, конкретно о работе. Почему, по мнению работодателя, он считает, что мужчины не все справятся с этой работой? Это работа с очень мелкими деталями, с моторикой. Во-первых, этому заводу я посвятил 3 видео. Я активные ссылки оставил в описании под видео, поэтому можете ознакомиться там полностью и о самой работе, что нужно делать, видео с самого завода, второе видео, реальные отзывы о проживании, это вообще идеально, как работодатель относится к работникам, какие суперовские люксусные условия он селит своих рабочих, это достойно действительно внимания и уважения. И наконец-то эта вакансия была доступна только для женщин. Теперь это доступно и для семейных пар. В чем заключается сложность, по мнению работодателя? Смотрите, работа идет действительно с мелкими проводками. Кто смотрел видео, кто в курсе, кто в центре событий всегда и смотрит, следит за видео. Кстати, кто не следит за видео, я рекомендую следить. Всплывают очень классные вакансии на мало людей, поэтому чтобы вы быстро реагировали и знали о новых вакансиях, советую подписаться на этот канал. Конкретно о работе я говорил, что здесь делается оптиковолоконная продукция. Как известно, кто в теме, тот знает, что это очень тонкие проводки. Давайте я приблизительно, даже резкость не берется. Смотрите, здесь 12 разных цветов проводочков. Почему в этом видео и говорится, что очень важно иметь здоровое зрение? Потому что действительно даже мне со 100% зрением очень тяжело различить эти проводочки. Ну так смотрите, и это работа для мужчин. Приблизительно. Оранжевый. Это, назовем это бисер. Надо на оранжевый. Я даже руки трусь. Так, все, вот так на оранжевый. Существуют определенные схемы. Полностью как, что, откуда. Существуют также схемы создания определенных плат. Оказывается, есть люди, которые не умеют различить, допустим, два шуруп. Смотрите, видите, есть те, которые не различают это, не видят в этом. То есть и согласно схеме нужно правильно разместить, закрепить, все по схеме. Поэтому принцип работы понятен.
Еще раз говорю, сложность заключается в том, что мужчине вот такую работу с мелкой моторикой тяжело будет выполнять 7 часов. Но есть действительно, я не скрою, уже несколько семейных пар у нас получилось трудоустроить туда. Это были единичные случаи, потому что действительно там были исключения. И они достаточно очень хорошо справляются с этой работой, поэтому ничего сложного нету. Но я хотел вам действительно на собственном опыте, собственный взгляд объяснить, рассказать, показать, что это не так легко, как кажется на первый взгляд. И вот 7,5 часов делать вот такую вот мануальную мелкую работу, это для меня это сложно. Честно, но мужчины принимать вам решение, но эта вакансия доступна для семейных пар. В принципе, все. Этому заводу было посвящено 3 видео, как я говорил, ознакомьтесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы, наша цель, мы сейчас снимаем полностью условия на заводе, отзывы, в каком городе находится, все, максимально полную информацию стараемся, не идеальную, а реальную. Кто смотрит видео, тот видит, идеальных мест нет. Мы снимаем реальность. Мы хотим, чтобы вы не приобретали кота в мешке, а действительно знали, понимали, и это было твердое решение, куда едете жить и работать. Итак, ознакомьтесь. В описании под видео будут четкие ссылки на те предыдущие видео, где полностью уже об этом заводе было сказано. В этом видео я даю вам просто информацию, что это доступно уже для семейных пар, то есть для женщин и мужчин. Итак, ребята, буду рад, если вы оставите свои заявки нам. Обязательно оставлю ссылку тоже в описании под видео. И обязательно мы дадим по этой заявке обратную связь и дадим вам дальнейшие инструкции, что, как, где, куда, откуда. И само собой ответим на все ваши вопросы. Само собой вакансии будут пополняться, поэтому подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, чтобы владеть полностью новой актуальной информацией, быть первым среди тех, кто отправит заявку на ту или иную вакансию. Если вас интересует официальная работа в Чешской Республике, правильный выбор – Top People. До новых встреч!